petite aventure. Elle compte au bruit de ses yeux, je pourrais... Друзья, эта фотография сделана больше, чем полвека назад известнейшим голливудским фотографом Дугласом Кирклендом. Сегодня в Центре современной фотографии братьев Люмье вы сможете увидеть несколько серий работ, не только посвященных Голливуду, но и таким прекрасным женщинам, как Мэрилин Монро и Коко Шанель. Как вам выставка? Выставка, на первый взгляд, очень яркая. Она о Голливуде, за кулисами. Я пришла окунуться в эту атмосферу Голливуда. Пришла вспомнить «Титаник». Уже с первых кадров впечатляет талант фотографа. Я много о нем читала, прежде чем сюда прийти. Я, как минимум, была знакома с его работами, посвященными Коко Шанель. А тому, как он ее снимал на протяжении 3 недель, это просто то, что должен знать человек, который работает в модной журналистике. Здесь, в Центре фотографии братьев Люмьер, проходило множество интересных выставок. Это, наверное, одна из самых ярких. Вот скажите, пожалуйста, в чем... Нет, не согласны со мной? У нас все выставки достойные, все яркие. Здесь много цветных работ, здесь соглашусь. Наверное, достаточно большой период времени представлен. А как вы думаете, в чем все же успех Дугласа Кирклэнда? Ведь очень много составляющих. Я думаю, что ему, конечно, немножко повезло, что такие замечательные женщины, как Коко Шанель и Мэрилин Монро, ему разрешили в самом начале карьеры, что в принципе такого быть не может, да, то есть это случай везения. Успех в том, что он сумел запечатлеть вот эти моменты. Мне кажется, вот я сейчас прохожу, смотрю на фотографии и вспоминаю сюжетную линию. Мне кажется, основной успех в этом. Вы знаете, он очень хорошо чувствует психологию каждой модели, что внутри. Он умеет очень быть незаметным, позволяя модели быть самой собой. Знаете, мне кажется, он прежде всего делает реалистичные фото. Но это первое, что я так вот успела почувствовать. И мне нравится, что он делает фотографии в процессе, то есть в каком-то движении мы видим, да, то работают люди, то куда-то смотрят, разговаривают. Есть ли тут какая-то фотография, которая произвела на вас просто невероятное впечатление? Еще не увидел ту фотографию, которая бы свела меня с ума, но думаю, что есть такая фотография, и не одна здесь. Потому что, как правило, навсегда на таких выставках открывается такой внутренний, безграничный, бесконечный мир какого-то человека, у которого фотоаппарат в руках. Я занимаюсь фотографией уже больше 20 лет, и все фотографии, которые здесь висят, они абсолютно все достойны вас, наших посетителей. И если я их здесь показываю, значит, я их люблю. Счастье в том, что лучшие моменты нашей жизни можно запечатлеть.